Так, это мы выходим на дорогу, улица Горького. Ой, там автобус, да? Угу. Ну-ка, так, побежали. Или в автобус даже место. У меня есть 100 рублей. Да. Поехали мы его на Амум. Гуляем там. За проезд, пожалуйста. Даже может быть, что-нибудь там вам подснимем. Если все нормально будет, прогуляемся до маяка. И все зайдем мороженое поесть. Ну и так погуляемся по набережной. Пока платишь такие планы. У тебя какие-то планы есть? Нет. Что-нибудь купить есть желание? Нет. Просто погулять, да? Ну. Немножко дорогу подсниму. Ну, кстати, этот, будем проезжать Фиолетово, около которого нам много приходилось проходить, да? Ну. Когда мы гуляли, нашу любимую... Соляночную? Соляночную, да. Мастерскую. Самое почетное место. Ладно, пока прекратить, да? Люблю жвать. Всем привет. Путешествие продолжается. Прибыли в Анапу. Я вам склеился. Да, Рома склеился. Вот он где-то тут рядышком идет. Зашли в KFC, мороженки поели. Теперь идем. Где мы идем? Как это? Полей, да, в сторону маяка. Там вот сзади, если приглядеться, можно увидеть флаг. Высокий, кстати. На шпиле, да, или как он там называется? Ну, да. Вот. Сейчас. Подсниму немножко перед. Так, секундочку. Оп. Вот. Ленин. Здесь небольшой маячок из фонариков. Ну, Ленин, естественно, куда же без него-то. Ага. И вот нам вот в ту сторону. Далеко. Поехали. Походу, это нашел муравейник, наблюдает за муравьями. Ну да, орнитолог или как он там? Ихтиолог. Смотри, вон, лежит ихтиолог. Ладно. А мы тут немножко под съемочку дороги. Скамейки, кстати, красивые. Как будто... Там, походу, прям вообще какой-то нормальный муравейник. Как будто даже новенькие скамеечки, да, смотри? Ну, красивенькие. Настя говорит, что новенькие скамеечки, смотрю, красивые скамейки. Идет, и нету палки просто. Ну да. Кому-то эта палка была явно нужна. Детишки на самокатах катаются. Так же, как и в прошлом году. Тут они, кстати, до ночи катаются. Прикольная камера. Спасибо. Я сначала чувствую, когда камера стоит в раза два дороже, чем на самокате. Давайте еще немножко подсъемка дороги. Все. Что-нибудь интересное увидим, подключимся. Место для фотографий. О, и музыка, кстати, подходящая. Ну, жаль, ее не будет на этом. Ну, а может, будет, кстати? Может, будет. Поставишь просто ее. Незамедленную кнопку. Просто ума и вот эта музыка. Да, музыка, кстати, хорошая. Это, по-моему, Элвис Пресли, да, если не ошибаюсь? Миша. Не, ну как ты Элвиса Пресли уж можешь знать. Only you can make all this world seem wrong.
Людишки в этот в теннис играют. Мы с тобой так и не смогли сыграть. Наверное, уже не получится. Ну, Мария, там котяра лежит под столом. Ага. Ну да. Вот, кстати, мина, как я понимаю. Глубинная? Да, морская. Донная. Это пушка времен, я не знаю, какой век, 19 века? Да, 19 века. Времен 19 века. Вот, ну что, продолжаем маршрут. Ну что, товарищи, подходим к морю. Осталось буквально 50 метров. Но я тоже почти вижу что-нибудь там голубенькое. Подходим. Сейчас подснимем и море, и маяк. Ну и всю красивость. И набережная, возможно. Здесь такие эти кафешки в кустарниках. Маячок. Да, вот он и маяк, ради которого мы сюда шли. Огромный, классный маяк. Вот он слева. Все? Да, вот он. Как тебе маяк? Да. Что, не залез, не? Не, ну видно, таким только корабль я заманил. Ну да, огромный. Маячело прям. Ага. Это шар где? Смотри, слева. О, там, смотрите, вид слева. Красота. Не, я это не видел ночью. Красота. Прям красота, да? Ну, туда еще сходить, оказывается, может. Вот море. Тоже очень все красивый вид. Сейчас, кстати, скоро покажу маяк. По-настоящему. Я правильно понимаю, что мы откуда-то вот оттуда с тобой наблюдали за Анапой? Когда ездили. Да. Ласточки на гнездо. Вон, смотри, видишь там эти шарики. Чупа-чупсы. Шарики чупа-чупсы? Да, вон. Откуда-то снизу. Так. Бьем. Вот он и маяк, кстати говоря. Он довольно-таки большой. Сколько метров? Метров 20. Переборщил, думаешь? Да, наверное,
Ну, 15, значит. 15? Ну, плюс сама высота. Да, до моря еще 20 точно, наверное, тут есть. Вот. Сейчас мы тут пару раз сфоткаемся и продолжим маршрут куда-нибудь. Медийная сеть. Так, подожди-ка, я вперед пройду. Караоке войс. Караоке кафе. Как они? А как они туда спускаются? Они, наверное. Или они где-то издалека идут? Вот там есть, бля. Ну, вот тут есть. Ну понятно, ну вот ты когда купаться идешь с пляжа, ты же не идешь там 3 километра. Ну ладно, не 3, пусть там километр. Здрасте. Кстати, все вот эти тренажерные. У нас детюшки все, на всех них туда в прошлый раз перезанимались. Ой, нифига себе. Сейчас чуть типа по спине не прилетело. Ага. Было печально. Да. Повести печаль не на свете. А, смотри, кстати, теннисные столы как сделали. Не, типа неубиваемые, да? Ну, типа ломай меня полностью. Ага. Это по факту, а зачем эта сетка нужна? Чтобы останавливать мяч. Ну да. Ну единственное, может быть, то, что жесткое. Потому что иногда бывают такие ситуации, когда ты сильно ударяешь в сетку, она задевает и мягенько падает или на свою сторону, или на вражескую территорию, так скажем. А в этой ситуации тут уже получается... Да, ну, хотя, конечно, все вот эти сопли, когда вот попадаешь, это считается в любом случае или везение, или наоборот антивезение. Как бы так, шато Тамань. Вот. Чистый скилл. Да. Да. Какие-то бутылочки тут понавтыкали. Валяются. Где второй котик? Вон, побежал. Сквозь забор. А, прям сквозь забор? Вон, за елкой. Вон. А, все, Вир, давай пойду подсниму. Побежал. Резервуары снял себе дозорить? Можем спуститься, кстати, по берегу пробраться. Да, только где спуск? На каждые 50 метров. Думаешь? Да, да. Ну давай, если найдем спуск, спустимся. Давай вот так пока пройдемся. Я думал, честно говоря, сверху интереснее будет. Ну вообще да, сверху интереснее, согласен. Сейчас давай еще вот здесь подсниму. Но здесь, кстати, мне берег не очень нравится по сравнению с Витязева. Здесь гальки, камни, также куча этих медуз.
Ну, в целом здесь красивенько, да? В целом. Приветик. Мы все еще продолжаем прогулку по набережной с Романом. Прошли, как называется-то, маяк по набережной местной. Вот, сейчас идем дальше по набережной, смотрим. Сейчас этот покажу еще немножко подъем по дороге. Власть. Вся власть. Что там написано? Продажа, смотри, продается что ли? Это квартиры? Я думал, это какой-то этот отель. Я тоже думал, что это, ну, там, наверное, какая-то часть этого отеля, какая-то часть этого отеля. Может быть. Так, а где у нас надпись «Золотая бухта» была? Вон там. Как она мне говорила? А ну вон, где-то там. Ну ладно. Вся власть советом. Советскому народу. А, вон золотая буква. Ага. Золотая бухта. Там неплохо. Температура, мама даже замерзнуть успела такие. Ночью когда? Ну ночью да. Ну здесь сейчас да. Немножко этот ветерочек. Бриз морской. Я правильно говорю? Да, морской бриз. Бриз — это когда дует с моря на землю. Ну, кстати, нам реально с моря дует. Это не черная жемчужина плывет. Похоже очень. Чем-то похоже, мне кажется. Я, конечно, ее вживую не видел, но мне кажется, похоже. А я вживую видел, мне кажется, похоже. Mm-hmm. Сзади была открытая стена. Там снизу, снизу места, на которых еще никто не сидел, и сверху места. Mm-hmm. Ну слушай, прям очень-очень похоже, мне кажется. Давай вот до этой бухты, бухты или чего дойдем. А? Не, спускаться может и не будем. Можно, конечно. Ну дорого, да, дорого, дорого. Разоримся. Я бы пошел бы гирос поел бы. Там же, где мы ели. Ну не знаю, дойдем, не дойдем сегодня. Посмотрим. Рома, ты не видишь, что написано на черной жемчужине? У тебя же зрение хорошее? Или там, не, или там нету надписи? На 40 что-то я не знаю, вижу то, что там два слова. Может, и черная жемчужина. Но это не она. Не она, да? Не, не она. Ага. Точно не она. Там все. На носу точно пуфики были мягкие, а сзади была крыша. Точно-точно, я фотографии видел, там вроде пуфики были. А сзади была крыша такая, навесик, и маск-сеть, хотя тут крыши нет, я еще далеко замерил, что крыши нет сзади. Нет, точно не она. Ни пузиков, ни крыши нет. Все, понял. А, кстати, смотри, мы к интересному мысленно подбираемся. Видишь, оно как бы такое закругление.
Смотри, вон, кстати, Витязева. А, да, 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 давай подснимем. С мыса Канаверал. Вон ГМТ. Да, давай здесь еще притормозим, кстати. Рядом. Хотел, чтобы тебя в Китае в командировку отправили? Да, да. Почему нет? В любую страну, кроме, не знаю, кроме Афганистана и Украины. В любую. Я хотел бы в командировку в Китай или в Японию. Знаешь, я говорил о командировке, я нигде не работаю, чтобы меня отправлять в командировку. Да а ничего. Вот было бы неплохо. Да ничего, заработаешь еще. Какие твои годы? Да не, нафиг командировки, это рандомная хрень. Самому заработать и поехать. Да. Всего лишь 16 лет человеку. Кстати, там смотри, какая-то черная жемчужина плывет, смотри. Причем, ну, реально черная жемчужина. Ну. Черная, видишь? Ну, вижу, а там, кстати, вроде был какой-то один из вариантов, типа, на таком парусном кораблике покататься. Пойдем дальше прогуляемся. Мне нравится вот куча елок. Океанариум риф, кстати говоря. Что за интересно, океанариум? Нет, все хрень. Я был в московском океанариуме, я уверен, я больше вряд ли когда-то в жизни пойду в какой-то другой. Я вот был типа в Москве, в ЦДК, знаешь, что такое ЦДК в Москве? Центральный дворец культуры? Да. Нет, не был. Ну, это вот хрень. Белебей был в ЦДК. А? То же самое примерно? Не-не-не, вообще. Вообще рядом не стоял. Да, есть же советские фильмы, они же начинаются, там статуя такая, типа. Женщина с мужиком серп и молот держит. Ну? Ну вот эта хрень на СДК там рядом где-то. Ну памятник, только вершинка Сварута, не помню. Так, сейчас, подожди, я приостановлю запись. Сейчас, в принципе, ничего интересного не происходит. Ленин кого свернул? Царя. Вот царя. Вот до него был царь. И до него. Царя, короче, но он там жил себе. Без формы относился нейтральные, ну, типа, в сторону свободы. И, короче, он...
приглашаем на Москву прогулку сейчас по 600 рублей на час, баксы. Болото часовой фри, дискотека, шампанским. Салютом у нас. Часовая сейчас по 600 рублей у нас. Ой, привет! А я что-то гуляю, смотрю, знакомое лицо. Ты что здесь, отдыхаешь? Да. Нагулялся? Да, сижу тут. А я там, смотри, там гулял, справа, там заснял там этот прикольный момент. Прикинь, эти на водных лыжах катаются, прикинь. Причем, получается, там трос длинный натянутый, и они там, детишки там или кто. А? Вокруг него? Там прям длинный этот круг, я тебе потом покажу, проведу. Вот такие дела. Так, давай тоже посижу, раз уж пришел. Ой, прости. Ой, дайте я покажу, кстати, вот, как люди катаются, если катаются. А, нет, смотри, вон идет, видишь? Получается, людишки вот об нее цепляются, вон. Видишь? Да, вижу. А здесь вон, получается, по кругу идут, когда без людей. Тросики, да, и вот... Довольно-таки этот. Смотри, там, походу, рыбачат. Да, довольно-таки страшненько, кстати, да, если вот там вот где-нибудь ты отцепишься, и там до берега, блин, вот, кстати, упал, и до берега там километр. Да вот. Не, нормально, я доплыл как-то. Ну, он, видишь, кстати, упал там, да? Реально же упал? Он, человечек там. Сейчас посмотрим, спасут его, не спасут. Ну, там, ну, в лодке он мониторит. Лодочники. Нет, наверное, прикольно реально. Да, это лодок. Ну, страшновато. Мне бы было. Мне было бы вообще кайф. Кстати, я только начал говорить, вот там упадут ни с того ни с сего. И чел падает, да? 500 метров там до берега. А, вот, кстати, стартанул, смотри. Вот, стартанул. Стартанул, давай покажем. Полетел. Вот, ну, так вот люди... То ли развлекается, то ли тренируется, я уж не знаю, что сказать. Ну, вряд ли это суперпрофессионалы, судя по технике. Но... Судя по исполнению. Ой, тяжеловато людям, но ничего. Опа, и утонул. Вот, ну ничего, люди катаются. Сейчас тоже, наверное, отпустят, да? Скорее всего. Да, точно отпустил. Это конец. Ну, это, да, это старт и финиш в одном. И смотри, там пока когда плещет, то это... Волк. Где волк? Какой волк? А, yes, this is the bonk. А, точно волк, смотри. Реально. Парк отель. Maybe, я не знаю, как тебе, но здесь в Анапе как-то не очень охота спуститься туда на причал и пойти купаться, да? Как-то не очень хочется здесь это делать. Да ну нахрен. Я вообще никогда такого желания не было. Ну как же не было? Когда было? Да не, вообще на море купаться не очень. Прикольно, если тянуть домой себе. Подвор. Такие? Ты заходишь во двор, вот эта хрень стоит. Давай почитаем, что на этой наблюдательной штуке написано. А, это я знаю, 10 рублей, посмотри. Это не телескоп, ночью не работает, кстати, написано. 10 рублей. Ну, нет, у меня таких денег нету. Я сейчас попробую посмотреть. Ласковый берег один и ласковый берег. Вот пляж. Здесь, кстати, уже уровень воды пониже, да? Ну, не воды, то есть, а нас.
А вон, смотри, тоже эти четырехлистные поднимаются. Там тут только и синие есть. А здесь не выше, как думаешь, или? Да. Не, мне кажется, плюс-минус так же. Что? Плюс-минус так же. А мне кажется, чуть-чуть повыше, нет? Чуть-чуть. Могу ошибаться. Мне кажется, можно было сюда сходить в зоопарк. Можно было. Единственное, далеко ехать. Как бы косячок. Косячок-то остался. Далеко ехать. Да блин, там как будто до туда нам было гораздо ближе ехать, чем до сюда. Ты, ну что, относительно не так уж не намного уж дальше. Ну, да. В принципе, полпути. Тут снайперы работают. Это мы в этом магазине тогда много этих сувениров этот смотрели, да, купили, да? Да? Именно в этом? Да, это именно он. Да. Магазин «Стрекоза». Здесь, кстати, очень много выбора, если что. Заходите, смотрите. «Стрекоза». Здесь собраны все магазины, просто все практически. Сувенирные. Да, только этих не хватает. Этих «Чурчхейл», «Приправ» там. Ну, это же не сувенир, это уже, да, это больше, такая, больше такая. К продуктам относится. Ликер сразу, вкусно, мой ликер, ром. Да. Чача, вины домашние. Ага. От виноградаров. Кухоли у меня вообще. Все, что был, так не понял. И китайки. Может быть, может быть. Это аквапарк Анапы. Как он называется, честно говоря, не помню. Не оставляйте без присмотра детей, особенно не умеющих плавать в акваториях бассейнов, а также не разрешайте детям бегать по газонам аквапарка. Проследите, чтобы у вашего ребенка был головной футбол. Не оставляйте газон. Да. Не разрешается пользоваться аттракционами и бассейнами в верхней одежде, длинных шортах, головных уборах, купальных костюмах с поясами, заклепками, пряжками. А нам такого не говорили, да? У нас категорически запрещается плавать. Запрещается плавать в плавках? А как плавать-то тогда? На голову не запрещено. Тут унитаз, да? Тоже, кстати, с этими с дисками, таблетками стоят. Подбираемся к греческому кафе. Грек Стрит. Сейчас попробуем поесть. Что мы хотели поесть? Гирос, да? Грекос, да. Грекос. Да, вот здесь вот. Сейчас попробуем, если получится. Приветик. Заказали гирос. Ждем. Сидим с заказом. Скоро поедим. Коллега тоже ждет. Отдыхает. Устал, да? Коллега. Так, номер заказа 173. Вот бы это была цена заказа. Угу. Да просто гирос там заснять. Вкусный гирос и точка. Так вот, так вот. Так вот мы его едим, мучаем. Ну это вкусно. Как бы это ни было страшно, но это вкусно. Рома не даст соврать.